громко сказать. Но, в общем, сейчас я вас буду звать на танцы. Это вот так вот. Нет, я вижу эти горячие глаза, которые хотят. Я не кусаюсь, если ты кусаешься, не больно. Пойдем, пойдем, пойдем. Пойдем, пойдем, пойдем. Я все покажу. Я все покажу. Убегает, 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 убегает. Все, зачем ты разбежали? А давайте ты, пойдем. Идем, идем, идем. Мерчим, мерчим, мерчим. Ух, блин. Вот сейчас вам всем будет завидно. Будете завидовать тем, кто будет танцевать. Пошли танцевать. Смотрите, Валерина. Оп. Давай, Денис, Денис, давай, ты вперед. Я не могу, я с камерой. Давай, давай, Денис, давай, Денис. Я человек глаз. Давай, Денис, Денис, давай, Денис. Что такое, ребята? Давайте шли! Это наш лайк! Круто! Танец, который мы будем танцевать, называется Марадзуля. Это на нашей земле, а вообще, вообще европейское название Карачула Марачула. Самое сложное в этом танце, что нужно сделать, нужно найти левую ногу. Покажите, если дружно. Мы делаем три шага в левую сторону. И раз, и два, и три. Стоп. А потом берем правую ногу. И делаем вот такой центрифюжку. Только все вместе. И ребятушки, давайте сделаем так, чтобы было слышно в тишине. Вот прямо отсюда. И ай, красавцы. То же самое, только в правую сторону. И раз, и два, и три. Раз. Раз, и два, и три. Так, до самого утра. Это первая часть танца. Ну что, сложно, нет? Нет, нет. Похлопайте сами себе, молодцы, первую часть выучили. Вторая часть танца. Мы отпускаем ручку. И делаем два шага в центр нашего круга. И раз, и два, и... Шага только теперь назад. Раз, и два, и раз, два, три. Правильно, да. Раз, два, три. И еще разок вперед. Раз, и два, и... назад. Раз, и два, и... Uno, dos, tres. Влево, право, лево, право, вперед, назад, вперед, назад. Все просто. Ну что, справитесь? Вас не слышно. Ну-ка! Да! Поехали.